Вітаю в ефірі телеканал «Репортер Студія». Я її ведучий Юліан Аксьонов. Сьогоднішній мій гість Владислав Дронов, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного та європейського права Одеської юридичної академії. Вітаю вас, пане Владиславе. Добрий день, Юліан. Сьогодні говоримо про дуже актуальну тему, яка нас всіх торкнеться у неділю 25 жовтня – вибори. Тож, моє перше питання. Ви, як людина, яка неодноразово приймала участь як член виборчої комісії на місцях, бачили цей процес, так би мовити, з іншого боку. Поясніть нам, будь ласка, особливості місцевих виборів у цьому році. Ну, наверное, я бы хотел начать здесь, может быть, не столько исходя из опыта работы в участковых избирательных комиссиях, сколько с точки зрения юридической. Почему? Потому что выборы – это процесс не только политический, здесь важна не только организация, не только агитация, скажем так, да, но и знание того, как этот процесс должен проходить и как он урегулирован. Поэтому из особенностей можно назвать в первую очередь, что на сегодняшний день у нас действует избирательный кодекс. То есть мы имеем документ кодифицированный, который регулирует, собственно говоря, различные выборы, что важно для тех, кто занимается избирательным процессом. Также надо отметить, что к особенностям можно отнести новую территориальную основу проведения выборов. Мы знаем, что у нас изменения по районам, наверное, еще об этом будем говорить. Введение сразу двух избирательных систем в зависимости от количества избирателей в территориальной громаде. Наверное, можно назвать еще гендерную квоту, как тоже такое новшество нынешних местных выборов. Ну и, конечно, особенностью их будет то, что не предусмотрено законодательством, но, к сожалению, повлияло сегодня на всю нашу жизнь, на все сферы, это коронавирусная інфекція, яка теж внесла свої корективи в роботу збирательних комісій. Як бачимо, особливості багато, тому, як то кажуть, давайте рухатися по пунктах. Пропоную перше обсудити, скільки буде бюлетенів, які вони мають вигляд. Ну, наверное, є смисл говорити об Одесі, як в качестві примера використовувати. У нас буде 4 бюлетеня, вибори в городський совет, вибори в Одеський районний совет, в Одесский областной совет и выбор Одесского городского головы. Действительно, бюллетени будут тоже выглядеть иначе, они будут отличаться по цветам, но они будут отличаться и по своему внешнему виду, по содержанию. В них будет указана не только партия, да, что уже для нас более привычно, который здесь будет список партий, но также будут указаны кандидаты, распределенные по округам, и нужно будет избирателю поставить отметку напротив соответствующей партии, которую он поддерживает, и по его желанию поставить номер соответствующего кандидата, которого он хотел бы видеть депутатом местного совета. А чему за своим властным бажанием? Избиратель может поддержать только партию. Мы когда с вами, может быть, будем говорить о распределении мест, нашим зрителям станет понятно, как это происходит и как влияет указание ими конкретного кандидата, собственно говоря, на его шансы получить депутатский мандат. Ви сказали про Одеську районну раду. У нас утворився Одеський район. Що це таке? І туди будуть вибори проходити? Да, действительно, непривычное даже на слух для нас пока что еще, наверное, название — Одесский районный совет, но мы знаем, что в рамках реформы был создан Одесский район, в который вошли, кроме Одессы, еще некоторые города, например, Беляевка, Черноморск, Теплодар. Если мы немножко вспомним буквально несколько слов историю, то Одесский район уже существовал в 20-е годы, потом был ликвидирован. Существовал он позже, с 30-х годов до 63-го года. Позже уже такого района не было. Мы знаем, что близлежащие населенные пункты к Одессе, они относились в основном уже к другим районам области. Сегодня создан Одесский район. Соответственно, мы должны понять, что Одесса теперь у нас является еще и районным центром, помимо того, что это город. И, соответственно, будет у нас и Одесский районный совет, куда также пройдут первые выборы, наряду с внеочередными, пройдут еще и первые выборы в районный совет. Мешканці яких населених пунктів будуть голосувати за депутатів цієї ради?
Все избиратели Одесского района, вновь созданного в тех границах, которые были определены в июле этого года при создании района. Тобто, чтобы люди не плутали, что это будут выборы, как в областную раду? Нет, это отдельный совет, естественно, да. Еще, может быть, стоит сказать, что не нужно путать его с районными советами в городах, потому что, да, у нас Одесса разделена на районы, но в Одессе не были созданы районные советы в районах города, поэтому Одесский районный совет — это совсем другой орган, это не Приморский район, не Киевский, это Одесский район, в который, кроме Одессы, входят другие населенные пункты. Сами ж одесситы выбирают только депутатов до міської ради. Это одесситы, как избиратели, которые проживают на территории тоже Одесского района, включающие поскольку депутатів. И сама Одесса входит в Одесский район, тоже будут выбирать депутатов Одесского районного совета. Від специалистов звучит информация, что в нас новая выборчая система, и в ней два вида. Поясните нам, пожалуйста, что это такое? В территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тысяч будет мажоритарная система, при которой от округов будет несколько кандидатов становиться депутатами соответствующих советов. Ну, наверное, нам интереснее говорить о территориальных громадах свыше 10 тысяч избирателей, поскольку к ним относится и Одесса. Здесь будет система пропорционального представительства с открытыми списками. То есть партия, регистрируясь на выборах, подает единый список городской, и помимо этого распределяет кандидатов из этого списка еще по округам, которые были созданы, территориальные округа. Кроме первого номера, поскольку первый номер, он имеет статус первого номера, мы... Давайте детальнейше про выборчие округи. Да, и область, и район, и город разделены на избирательные округа, территориальные избирательные округа. В Одесской области таких округов 10. В основном они совпадают с границами районов Одесской области, но в Одессе 4 таких округа, которые соответствуют, районам города. В Одесском районе 8 округов, и опять-таки 4 из них соответствуют районам города. И уже на выборах в Одесский городской совет создано 8 территориальных округов, то есть уже по 2 округа на район Одессы. А как відбувається розподіл кандидатів за округами и взагалі як виглядають виборчі списки? Есть единый городской список, который начинается с кандидата номер один, который так и называется первый кандидат. Далее распределены кандидаты в соответствующей нумерации, и она важна при распределении голосов, она тоже может потом сыграть роль. Но при этом еще они распределены вот по этим округам, о которых мы с вами уже говорили. И именно поэтому избиратели, придя на участок, вот в этом самом бюллетене, где есть список и номера конкретных кандидатов, это те самые кандидаты, которые и закреплены за этим округом из общего городского списка. Гендерная квота. Да, гендерная квота — это такая новелла тоже на нынешних выборах. Много было, наверное, дискуссий вокруг нее, не всегда с правильным пониманием. Что означает гендерная квота? В общегородском списке, то есть мы здесь не говорим о распределении по округам, общегородской список, в каждой пятерке этого списка должно быть двое представителей одного пола и трое представителей другого пола. Никаких уточнений, что трое мужчин, двое женщин, этого на самом деле нет. Поэтому здесь можно говорить о том, что в равной степени защищены, в принципе, кандидаты обоих полов. Да? При этом не имеет значения, какое соотношение будет в каждой из этих пятерок подряд. Потому что были заблуждения относительно того, что в первой пятерке трое мужчин, двое женщин, значит, во второй пятерке должно быть соотношение другое. Нет, данные пятерки, они рассматриваются отдельно, то есть номера с первого по пятый, трое мужчин, двое женщин. Номера с шестого по десятый, соответственно, тоже должно быть вот такое соблюдение, две трети. Але, как мы бачили, виникла плутанина, и даже до суду доходило, партии судилися за цю саме гендерну квоту. Чому так, так би мовити, слизько прописана ця норма? Три чи два, и вот чому так? Может быть, здесь действительно было разное толкование этой нормы. И действительно, впервые
вот такая именно норма установлена, поэтому на практике могла возникнуть путаница. Ну, насколько я знаю, в основном уже эти проблемы, в принципе, были решены где-то в судебном порядке, где-то решением высших комиссий. Эта проблема решилась, исправления соответствующие внесли, партии были зарегистрированы. Владислав, прошу вас ще раз, будь ласка, детальніше про сам бюлетень, бо люди не зовсім розуміють різницю, де ставити плюс, де малювати цифру чітку, як це виглядає, якщо людина хоче віддати голос за конкретного кандидата, що їй потрібно зробити? Да, может быть, действительно есть необходимость еще раз об этом сказать, потому что чем больше мы будем говорить об этом сейчас, тем меньше будет путаницы на участках, хотя, мне кажется, избежать ее не удастся все равно. В каждом бюллетене будет список партий. Нужно будет выбрать, в любом случае избиратель выбирает партию, которую он поддерживает. При этом рядом список кандидатов, которые баллотируются от этого округа, как мы уже говорили. Если вы хотите поддержать какого-то конкретного кандидата, то вы, соответственно, ставите его номер здесь. Вот эти номера, это то, что уже, в общем-то, стали забывать, да, это такие, раньше на конвертах индексы почтовые, когда прописывали, примерно так выглядит эта клеточка, в которой нужно поставить цифру, номер соответствующего кандидата. Конечно, можно уже предположить, что если не четко проставлен этот номер, будут трудности при подсчете таких бюллетеней, поэтому просьба, конечно, к избирателям максимально четко ставить эту цифру, чтобы не было никаких сомнений в том, какой номер стоит в бюллетене. А если людина хочет поддержать еще ту политическую силу, от которой идет ее кандидат, что ей нужно сделать? Избиратель изначально все равно поддерживает политическую партию, то есть он сначала выбирает партию, а потом уже он может либо поддержать конкретного кандидата от этой партии, либо же оставить это поле пустым, поддержав таким образом городской список в целом. То есть у нас будет два бюллетеня, один на партийное голосование, другой персональный? Нет. Бюллетень будет один, в котором и список партии, и номер кандидата, которого можно поддержать, либо не поддерживать, а проголосовать только за партию. Это не моє питання, це питання широкого загалу, з якими ми спілкувалися декілька хвилин назад. Добре, а щодо розподілу мандатів? Это, наверное, один из самых таких сложных, содержательных вообще вопросов. Может быть, он меньше был бы важен для избирателей, поскольку заниматься этим будут в основном избирательные комиссии, городская избирательная комиссия. Естественно, партиям и кандидатам он интересен. Но для избирателей важно понимать принцип распределения мандатов для того, чтобы знать, а почему все-таки нужно или проголосовать за партию, или выбрать еще и конкретного кандидата. Как это в итоге повлияет, то есть, скажем так, какова будет, да, вот цена этого голоса, насколько человек, избиратель, может весомо поддержать кандидата, которого он бы хотел видеть депутатом. Почему важно голосовать за конкретного кандидата? Значит, после того, как закончилось голосование, будут подсчитаны голоса, значит, какие цифры будут установлены на округе каждом, да, у нас в Одессе их 8, напомню. Будет посчитано, сколько голосов отдано за каждую партию. Отдельно будет подсчитано, сколько голосов отдано за партию и каждого кандидата, если избиратели указали конкретных кандидатов. То есть это будет столько же отдельных цифр по каждому кандидату, сколько лично за него еще было отдано, помимо того, что поддержали партию. И будет отдельно цифра тех избирателей, которые поддержали партию, не указав конкретного кандидата, проголосовали за список в целом. Далее эти показатели будут суммироваться уже по городу. Тогда мы получим общие цифры и сможем установить, посчитать, сколько будет какую цифру будет составлять барьер 5%. То есть какое количество голосов должны набрать партии, чтобы его преодолеть и вообще иметь право на распределение депутатских мандатов. После этого те партии, которые не набрали 5%, они отсекаются, и остается у нас та цифра, количество избирателей, которые поддержали партии, которые получат депутатские мандаты, то или иное количество.
После того, как мы получили общее количество голосов, отданных за партии, которые преодолели барьер, мы можем посчитать избирательную квоту, взяв это количество общее и разделив его на количество мест в Одесском городском совете. Ну, может быть, здесь стоит какие-то цифры использовать для примера, чтобы немножко было зрителям тоже, так, тоже понятнее. Дуже, да, потому дуже треба. Что, да. Ну, предположим, да, чисто вот гипотетически, что у нас 350 тысяч избирателей пришли на участки, у нас есть 350 тысяч голосов. Из них 30 тысяч отдали свои голоса за партии, которые барьер не преодолели 5%, и эти голоса, собственно, уже отсекаются, они дальше не участвуют при распределении мандатов. У нас есть 320 тысяч голосов, тех, которые повлияют уже на количество мандатов каждой партии. Это количество мы делим на 64 и получаем избирательную квоту, которая, ну, в данном случае будет составлять 5 тысяч. Получив эту квоту, мы возвращаемся теперь к округам, к вот этим 8 округам. Берем цифру того, сколько избирателей поддержали каждую партию на этом округе. Ну, допустим, 16 тысяч избирателей поддержали ту или иную партию на округе. Да? Квота у нас 5 тысяч. Соответственно, мы можем посчитать, что у нас 3 человека получат мандаты от этого округа вот по этой квоте. Да? То есть это 3 мандата от этого округа. У нас остается еще 1000, которая уходит уже в городской список. Вот эти остатки, они остаются. То есть мы здесь округляем, получив цифру эту. Далее на округе мы распределяем уже эти мандаты между конкретными кандидатами. Здесь мы берем тех кандидатов, которые набрали 25% квоты и более. И они, собственно говоря, вот в этом рейтинговом списке выставляются. Да, в нашем случае 25% квоты – это 1200 голосов. Они распределяются в том порядке, в зависимости от набранных голосов ими, да, в зависимости от их популярности. После того, как они получили депутатские мандаты, если еще остались нераспределенные мандаты, такое тоже вполне может быть, что помимо тех, кто набрал больше четверти, еще остались голоса, например, в том случае, если много людей поддержали только партию, не выбрав кандидата, такая может быть ситуация. Дальше распределяются эти мандаты между остальными кандидатами, которые закреплены были за этим округом, баллотировались от этого округа. Но тут уже распределение будет идти не исходя из количества голосов, а исходя из их мест в городском списке. То есть вот здесь как раз будет иметь место проявление вот этой самой партийной такой уже составляющей, как партия распределила кандидатов в своем списке. Может быть ситуация, когда кандидат набрал, один кандидат, например, не добрал до 25% квоты, ну, к примеру, он там получил 1000 голосов, а другой кандидат набрал 300 голосов, но при этом они оба не преодолели 25% квоты, и, соответственно, кандидатом и депутатом станет тот из них, кто был в партийном списке городском выше. Он станет в итоге депутатом. Вот поэтому, наверное, стоит избирателям посоветовать, если вы хотите поддержать конкретного кандидата, лучше поставить его номер, тогда именно он станет депутатом, а не тот, кто был в списке выше. Логичное питание, чому так все складно? Це для того, чтобы набрали силу партійні бренди і під ними провести своїх людей? Чи навіщо це робиться? Ну, це, наверное, і є попытка совместити персональне і партійне. Да? І, в принципі, якщо кандидат достатньо популярен на своєму округі і персонально за нього люди проголосують, він набере багато голосів, то депутатом він, в кінці кінців, стане, ісходя із цього. Может быть еще ситуация, когда количество кандидатов, которых партия выдвинула на конкретном округе, окажется меньше, чем мандаты, тогда тоже это пойдет в общегородской список, это количество избирателей. А дальше уже вот эти оставшиеся цифры, да, там с одного округа 1000 голосов, с другого еще какая-то сумма, дальше уже они будут влиять на распределение мест по общегородскому списку, когда закончится распределение по округам. Все равно одно место получает каждая партия прошедшая, она все равно дополнительно в городском совете еще получает одно место. Ну и дальше распределяется, исходя из того, сколько
голосов осталось и сколько избирательных квот они в итоге составят. Дальше распределяются остатки, но я думаю, что это уже такие детали. Ми говорили про вибори депутатів, а якщо говорити про мера, залишається така спрощена дещо система порівняно з тим, що ви там розповіли? Да, вот в случае с выборами сельских, поселковых, городских голов, здесь действительно все-таки проще все. То есть в громадах до 10 тысяч избирателей выборы проходят, ну, говоря понятным языком, в один тур. Если мы говорим о громадах свыше 10 тысяч избирателей, как Одесса, то здесь, если один из кандидатов набирает больше половины голосов, или, если говорить точно, 50% плюс один голос, он побеждает на выборах сразу. Если же никто не набирает, то проводятся повторные выборы, или, как их принято называть, второй тур, куда уже выходят двое кандидатов, набравших максимальное количество голосов, и уже они между собой соревнуются, соответственно, кто из них потом победит, тот и получит кресло городского головы. Ничего не изменяется, и не важно, какую политическую силу представляет. Здесь важливо, политическими силами это не связано. Призвучно. Это было связано с политическими силами в момент выдвижения. Кандидатов есть, самовыдвиженцы есть, те, кого выдвинули партии. Но для голосования, для подсчета, для определения победителя это уже не играет роли. И теперь очень фахове питання, особливості формування дільничих комісій. Ви як безпосередній учасник таких процессов. Расскажите, как. Если говорить о основных отличиях, которые повлияли на формирование комиссий, то скорее стоит говорить о так называемом руководящем составе этих комиссий, председателях, заместителях и секретарях. По нынешней системе сначала распределяются места в комиссии между соответствующими субъектами, которые подали своих представителей. Да, есть те субъекты, представители которых обязательно будут в комиссии. Остальные места путем жеребьевки распределяются по каждой комиссии, соответственно, на поданных таких представителей, членов комиссии. А потом уже комиссия территориально определяет своим решением, кого необходимо назначить на руководящие должности заместителя, председателя, секретаря. Система дуже складна. Серед людей природньо буде якісь плутаниця чи нестандартні ситуації. А от серед членів комісії усі готові працювати в таких умовах? Як ви вважаєте? Ну, трудно говорить обо всех комиссиях, потому что комиссии очень разные по своему составу, естественно. В них представители различных, помимо политических сил, да, в данном случае мы забываем, в общем-то, о политических силах, представители различных профессий, различных поколений, которые, естественно, будут по-разному работать, по-разному воспринимать эту информацию. Поэтому, конечно, самое главное, чтобы и члены комиссии изучили то, что необходимо для их работы. Может быть, их не будет интересовать система распределения мандатов, да, если мы говорим о участковых комиссиях, но порядок своих действий они, конечно, должны знать. Из практики, ну, к сожалению, не всегда, да, члены комиссии готовы к этой работе, и тут задача уже всей комиссии сработаться, помочь тем, кто, может быть, какие-то моменты сразу не понял, поддерживать друг друга в работе, действительно забыть о каких-то политических интересах, позициях и так далее, о том, кого вы, о том, кто выдвинул того или иного члена комиссии, и эффективно работать. Здесь, конечно, важна роль и председателя, и заместителя, которые должны подсказывать членам комиссии. Важна роль и наблюдателей, которые должны следить за тем, чтобы все шло по закону. И наблюдатели, по большому счету, наблюдатели — это тоже помощники комиссии, которые видят и что-то могут подсказать. Давайте не забывайте еще про карантин. Не ускладнит это ситуацию? Карантин, естественно... Карантин, естественно, ситуацию усложнит. Как он усложнил, собственно, все сферы жизни, да, на сегодняшний день, так усложнит он и проведение выборов. Есть определенные требования по маскам, есть рекомендации Центральной избирательной комиссии о том, что индивидуально ручки должны быть, о том, как должна быть обустроена сама комиссия, наличие санитайзеров и так далее. Также те, кто находится на самоизоляции, смогут проголосовать дома. Для этого им нужно до 20 часов пятницы обратиться в соответствующую участковую комиссию с заявлением о том, что они хотят проголосовать на дому. Тогда, в общем-то, в том же порядке, как обычно происходит на выборах, когда
члены комиссии отправляются для того, чтобы люди могли проголосовать на дому, те, кто не в состоянии по физическим показателям прийти на участок. То есть в этот раз еще и те, кто на самоизоляции, они тоже смогут проголосовать на дому. Я думаю, что просто здесь тоже нужно всем отнестись к этому спокойно, понять, что это требование обязательное, что члены комиссии, руководство комиссии обязаны тоже это все соблюдать и контролировать соблюдение соответствующих правил. И просто приходить на участок готовыми, во-первых. Во-вторых, не создавать толпу. В конце концов, сейчас, да, нормальная погода, вполне можно возле участка подождать минут 15-20, когда скопление людей на, конкретно на территории, да, участка, помещения избирательной комиссии, когда скопление людей такое исчезнет, и можно будет зайти спокойно проголосовать для того, чтобы была и дистанция, и количество людей соответствовало каким-то нормам. То есть просто не создавать трудности, с пониманием отнестись к тому, что ситуация особенная. До речі, як проголосувати людям, які знаходяться на амбулаторному лікуванні в медичних закладах? У нас тогда уже можно сказать, что существуют комиссии обычные и специальные комиссии. Вот эти самые спецучастки, как мы их называем, да, они находятся в основном в учреждениях здравоохранения, где люди, которые находящиеся на стационаре, имеют право проголосовать. Там соответствующая администрация составляет эти списки с участием участковой избирательной комиссии, которая работает в этом учреждении, и люди, которые там на стационаре находятся, могут проголосовать. Дякую вам, пане Владиславе, що завітали до нас за таку цікаву і дуже фахову бесіду. Я, в свою очередь, хочу тоже поблагодарить за возможность сегодня донести эту информацию до избирателей. Я надеюсь, она была полезна и поможет им при реализации их избирательного права, поскольку достаточно сложные вещи, но если все делать по закону, то можно все сделать правильно для того, чтобы ваш голос не пропал, был учтен и стал весомым. И, наверное, здесь как раз роль вот, университетов как таких центров просвещение в самом широком смысле, тоже доносить эту информацию. Президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов всегда настраивает сотрудников, преподавателей именно на то, что нужно полезную информацию людям доносить, разъяснять в том виде, в котором она будет, наверное, более для них понятной, приемлемой, нежели просто тексты законодательства, которые не всегда понятны людям. Я нагадаю, що в нашій студії був Владислав Дронов, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного та європейського права Одеської юридичної академії. І ми говорили про вибори. Залишайтесь з репортером. На все добре.